Okay. Well, so combination vehicle. Да, очень красиво видно. Combination vehicles. Первый вопрос. The airlines on a combination vehicles are often colored to prevent them from mixing up. The emergency line is what color? The service line is what color? Ну вот эти шланги, которые идут от прицеп, от тягача к прицепу, и в которых подается воздух в прицеп, окрашиваются в разные цвета. Emergency, она красная, да? И сервис синяя, blue. Значит, правильный ответ у нас будет red и blue. В таком же порядке, да? Red and blue. Единственное, что я хочу подчеркнуть, что red всегда находится под давлением. Вот 125 мы накачали, PSI, и red, значит, всегда такая кишка толстая, надутая. А blue, она пустая кишка до тех пор, пока водитель не нажмет педаль тормоза. Я к чему говорю, что там много будет вопросов. Если у вас красная порвалась, синяя порвалась, что случится? Так вот, синяя порвалась, сразу ничего не случится. А красная, как только порвалась, давление сразу в трейлер упадет, у него сработают пружинные тормоза. Ну, короче, по этому вопросу red, blue, да? Red and blue. Very good. Второй вопрос. The safety catch for the fifth wheel locking lever must be in what position, for coupling to be complete? Да, но тут даже лучше не переводить, надо просто помнить. Что когда вы видите слово safety catch, то есть такая специальная шпингалет, защелка, она всегда должна быть over the locking lever. Она всегда должна быть over, что по-русски значит выше уровня, но запомните, over. Одно слово, ключевое over. Over. Все, больше ничего не оно, надо. Оно, вот locking он. Lever, over, всегда over. Третий вопрос. After you have coupled the trailer, you should have to raise the landing gear by using. Да, вот после приснения тебя прицепа опоры надо поднять, иначе они будут цепляться за дорогу. After you have coupled. Значит, и вы поднимаете такой ручкой. А ручка имеет две скорости. Нижнюю скорость, low gear, и high gear, высокую скорость. И вообще low gear всегда правильный ответ. Да, да, вот и даже, ехать на low gear. Да, если вы спускаетесь с горы, low gear, поднимаетесь в гору, low gear. Там другая gear, но все равно low. Все low gear. Alright, enter. Вот, low gear. Низкая вам, видите, передача. Программа показывает сразу те слова, на которые нужно обращать внимание. Okay? If you need to raise, это low gear. Четвертый вопрос. After the trailer has been coupled to the tractor protection control valve should be placed in what position? Да, после присоединения тягача к прицепу, там какой-то клапан должен быть в какой-то позиции. Всегда нормал. Значит, вы уже соединили, правильно? Собираетесь ехать? Естественно, в какой позиции он должен быть? Нормал, нормал. Такого вообще не существует. Down, up. Normal position. Normal. Protection valve in да normal. Да и нормы-то не существует, но это уже так. Ну, ладно. Хотят от нас normal. Пятый вопрос. You are coupling tractor to a semi-trailer. Ага, соединяйте. You have connected the airlines. Соединили шланги. Before backing under the trailer, you should. Ага. То есть вы соединили шланги. И вот теперь, прежде чем туда подъезжать под прицеп, что вы должны сделать? Что вы должны сделать? Вы должны теперь, раз шланги соединили, подайте воздух, правильно? Да. Supply air. Нажмите красную кнопочку. Supply air. И подайте воздух в трейлер. Вот, они так и говорят. Then pull out the air supply knob. А потом ее, значит, обратно вытащите. Но главное, что раз вы соединили шланги, you have connected the airlines. Что делать? Раз соединили. Теперь подайте supply air. Supply air to the trailer system. Supply. В общем, сопли подать. Да-да-да. Supply air to the trailer system. Вот.
Before breaking, supply air. Слово supply тоже там пару раз встречается, и оно тоже хорошее. В общем, похоже на сопли, запомните. Номер 6. You are coupling a tractor to a semi-trailer and have backed up, but are not under it. What should you hook up before backing under? А, Леонард, опять вопрос такой же, как только что мы сказали. Да, только что было. Вы соединяете... And you have backed up, но еще не подъехали. What should you hook up? Что же надо соединить? Воздух надо, airlines надо соединить. Ну, конечно, иначе что же? Airlines соединить. Нельзя перекрывать ему воздух, надо воздух подать в трейлер. Airlines. Иначе толку не будет. Airlines. Emergency and service airlines. Седьмой вопрос. Опять. Before you back under a trailer, make sure that... То есть перед подачей назад. Что надо убедиться? В чем надо убедиться? Make sure. Все тот же that вопрос. The trailer brakes are locked. Ну да, что трейлер стоит на тормозах. То есть, а как он поставится на тормоза? Вы туда соедините шланги, подадите воздух и pull out air supply knob. Вот. И это как раз включит тормоза. Все это три вопроса про одно и то же. Before you back under a trailer, make sure, что trailer brakes are locked. Проверяем. Иначе он поедет. Да. Trailer brakes are locked. Окей. Восьмой вопрос. Which part of the kingpin should the locking jaws close around? Какая часть кингпина должна быть охвачена... щечками. Тоже надо помнить. Кингпин, булавка такая, она из прицепа торчит. И у нее есть узкое место. Она называется шанк, как у бараньей ноги. Шанк. Шейка. Шея, шанк. Да? И это вот locking jaws, которые на пятом колесе, они должны его, естественно, за узкое место хватать. Вот во время pre-trip inspection это важный момент. Они очень любят, да, говорить. Чтобы вы им сказали shank of the kingpin. Shank of the kingpin. Вопрос про kingpin, видите, это должен быть shank. И еще он должен быть straight. Но это во время претрипа. Yep. Номер 9. How should you test the tractor semi-trailer connection for security? Как вы проверяете, да, соединение? Как вы проверяете? Вот посоединили, теперь надо проверить. А я вот сразу вижу ответ. Gently. Gently. Мне уже больше ничего есть не надо. Есть такое слово gently. Ключевое слово. Где вы его видите, там, скорее всего, будет... Скорее всего, 100%. Да, всегда combination это 100%. Раз gently, то есть аккуратно, мягко, как джентльмен. Да, все должно быть gently сделано. И программа вам напоминает, если вы забыли. Test connection, gently, gently. Программа вам всегда напоминает. Десятый вопрос. Вот, это вот про то, что Леонард говорил. If the service line comes apart, service line, а? Порвалась. Синяя, apart. Пустая, да, помнишь, пустая. Она пустая, порвалась. While you are driving, когда вы едете. А вот emergency line stays together. Толстенькая, надутая. То есть там давление, ничего с ним пока не случилось. What will happen... Right away. Сразу, что случится? Ничего. Пустая как была, так и есть. И опять же, nothing, по-моему, работает тоже замечательно. Nothing. Nothing, да, в комбинейшн nothing как работает. Как never, nothing is likely to happen until you try to apply the brakes. Ничего не... Nothing. Nothing. Alright? И программа вам про это же говорит. Nothing until. То есть она напоминает, если бы вы сделали ошибку, она вам напомнила, и в следующий раз при прохождении вы эту ошибку уже не допустите. Запоминайте ключевые слова, запоминайте.